Я за 30 ничего не узнал. Вов, ну чё, ходил на парад? Да. Меня чё? Богатырь меня в шлинке очень. А вон та чай минералка стоит. Володя. Ну а чё ты не сказал? Я бы сходил в машину. Ты промолчал, я подумал, что ты... Я бы стеснялся. В столовку поедешь. Есть, но меня там литровые шишки есть. Там же тоже чай пьёт. Штанга. Бум. А тебе надо вот. Одновременно. Встал в стойку и концовочка. Бум. А не так. Бум. Бум. Это неправильно. Потом все делают. Что,
тоже подходишь? Да. Ладно, я подожду. А ты не люблю, когда перед глазами маячит. Перед глазами маячит S. Люди, которые здоровее меня. S of. Если до хлеба какой-нибудь. Давай, давай. S, давай. Толчок хорошо, когда на грудь берешь, контролируй. Таз и штанга поднимаются одновременно. Все начинает двигаться одновременно. А то штанга на полу, а ты таз поднимаешь. Ноги сгибаешь. Блин, вечно Марков приедет, заведет всех. Я очень не хочу тренироваться. Тебе надо каждый день мог приходить.
ногами, не надо прогибаться, ты ногами толкай. Мощь, ну здесь должна быть. Во. Ты толкаешь ногами, вся основная работа, а руками ты уходишь и руками втыкаешься в нее. А ты слабый посыл ногами, начинаешь прогибаться спиной, вот здесь вот пытаешься как-то вот придать какие-то усилия штанги. Давай. Руки не сгибаем, Вов. Пустил, видел, Саш? Я видел, что по дуге она у тебя идет. Ты ее останавливал. Да, пустил от себя. Да. Силы есть, да? Вот, ногами мощнее. Вчера он подтягивался. Второй раз тяжелее, мощнее посылай. Вчера он подтягивался. Зацепиться не могу, знаешь, ленивый. Руки вытянут. Дин! Давай, покажи всем, как Марк не может поднимать. Почему не может? Я же поднял, я его удалил. Ну и ты вообще. Смотрим. Задняя нога. Так тоже не надо делать. Вот она. Пяточка ложится на пол. Смотрите. Оп. Вот так заднюю ногу нежелательно делать. Иначе будет такой толчок, как у Александра Захарова. Бля, Марков, забери у кого хочешь. Сделай. Вов, посылай, правда, наверх, очень мягко. Вверх по сути. Так что вниз подсед. Что вверх подсед. Туда взорвись, толкни, кнуть. Тогда она сама полетит, а ты время уйдешь. А ты, получается, за ней тянешься. Посыл! Где? Уже лучше. Все равно как бы за ней полетел. Видишь, как приземлился. Потому что туда послал. Туда должен быть жестко посыл. Не прыгать за ней. А послал и ушел. То, что показывают в своем видео, где там должны. Как там? Связка. Связка. Подсед посыл. Что-то такое. Ну да. Вот здесь то же самое. Ты должен контролировать, когда ты ее вытолкнул, чтобы быстро уйти. А у тебя получается, ты посыл сделал и дальше за ней полетел. И потянулся. Понял? Понимаешь, про что говорю? А тебе надо в этот момент как раз, что ты обозначил этот посыл, пока она где-то там. Быстро уйти в ножницы.
Посыл уход, посыл уход. Дынь-дынь. Жестко. Вот сейчас лучше. У тебя и вот этого нету твоего. Тебя. Вот давай я тебя сниму на твой. Дай тебе телефон. Тут же посмотришь на свою заднюю ногу. Да я видел, я же видео смотрю потом. Когда мы тренируемся. Правильно, значит, пятки я не могу плохого ничего сказать. Единственное то, что у меня нету жесткости в задней ноге. Она вот так у меня. В колене. Потому что ты, я тебе говорю, в итоге, у тебя она мало того, что лежит, а ты потом еще и переднюю ногу двигаешь. У тебя нет упора в нее. Она у тебя лежит. И, соответственно, когда ты переднюю ногу двигаешь, она у тебя еще играет. У тебя она должна упираться четко. Вот так вот присогнутой ногой. Ну ты же по улице вот так не ходишь. Почему ты так толкаешь? Давай я сниму ногу. Там заснялся, чё? Там сзади, а не сбоку. Снимаем, как рассказывал делать это Александр, три четверти. Чтобы было видно, что тут стоит. Давай, Саня, самая модная песня для тебя. О, второй класс. Ты кайф, мысок, попробуй, воткни. Подход будет. Как раз и проверим паузы. Съемка паузы. Да? Будет у тебя длинный ролик с твоими красивыми как ты хотел. Еще один такой же. Давай! Сейчас, что ли? Конечно! Не снимай, ребят, ты не снял. Давай, давай, тут же! Давай, Саша! А я один хочу. Давай! Еще давай! Вот это мужик! Вот это мужик! Давай, 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 не тяни время. Ты одевай, не тянешь время, я понял. Давай! Кроссфит. Тебе телефон, что вообще повис? Ну что? Давай, давай, давай! Уже лучше, кстати, видишь? Приходится упираться, начинаешь втыкать ее лучше. Давай!
нас выкинь свой телефон. Вот такой может быть, я не знаю. Ноги свои. Это нормально, сынок. Это нормально. Это с непривычки. Прошел. Еще раньше, поясницу прогни. Прыгай. На два раза, да?